и южнокорейский сериал на Netflix. Мир сталкивается с вторжением инопланетного вида. Паразиты молча проникают в человеческие тела, беря полный контроль и планируя захватить Землю. В этом видео мы даем полное описание этого сериала. Подпишитесь, если вам нравится повествование. Мы узнаем, что сотни паразитов из космоса появились в разных частях мира. Они вселялись в тела ближайшего человека и захватывали его разум, превращая в марионеток. Паразиты убивали других своими длинными щупальцами с целью захвата Земли. Паразит случайно проник Иксу Ин, но она отреагировала иначе. Она была ранена, поэтому паразит занялся исцелением ее тела. Из-за этого паразит не мог завладеть ее мозгом и полностью захватить тело. Следовательно, Су Ин существует как мутант, а паразит появляется, когда она в опасности. Паразит сильно зависит от тела, в котором он находится, так как он умрет, если тело погибнет. Поэтому Хайди аккуратно использует свои способности и всегда защищает Су Ин. Каков был план паразита? Овладев человеческими телами, паразиты разрабатывают сложный план по засилью в мире. Они знали, что у людей есть много религиозных культов, в которые власти не вмешиваются, и которые являются безопасным местом для различных необычных практик. Таким образом, первым шагом паразитов стало создание религиозного объединения с названием «Церковь Саджан», что на самом деле являлось прикрытием для сбора всех их родичей. Инопланетные паразиты также, похоже, заинтересованы в том, чтобы понять человеческий разум, особенно чувства, которые им они примыслить не могут. Первые недели план успешно развивается, так как в церкви Саджан собирается все больше паразитов. Они хранили человеческие тела в кладовой для употребления или как запас для паразитов. Сайцзянская церковь теряется из-за расследования Соль Кан У, который искал сестру. Кан У находит ее тело, решает уничтожить паразитов и анонимно сообщает полиции о церкви. Лидер Грей, Чхве Джун Кён, обнаружила способ отслеживать паразита. Ее мужа поразил паразит, она ловила его с помощью маски. Маска доказала, что паразит не может управлять телом, и Чхве использовала ее, чтобы узнать о деятельности паразита. Лидер церкви убивает пойманного паразита, чтобы полиция больше не отслеживала их. Паразиты перебрасываются на новое место в Намуле, планируя большой удар. Мэр скоро приедет для своей президентской кампании. Паразиты хотят завладеть его телом, проникнуть в правительство. Почему Вон Сук работает на паразитов? Вон Сук работает в полиции Намул, просит Чхве помочь ей. Вон Сук, двойной агент, союзник паразитов, она передает их все планы полиции. Вон Сук тайно убивает охотничью собаку, Чхве остается без связи с паразитами. Он единственный подружившийся с инопланетянами без проникновения паразита. Вон Сук – пример предательства ради самосовершенствования, став союзником паразитов ради профессионального роста. Полицейский никогда об этом не жалел, даже сразу запросив роль на политсцене. Однако злой лидер-паразит без колебаний убивает Вон